Привет, Страж, ты смотришь канал Triple Vibe, и на связи я, Джонни Лейни. До релиза DLC «Военный разум» осталось 2 дня, а новые материалы о дополнении все продолжают появляться в различных источниках. День назад на канале PlayStation был выложен ролик с прохождением эксклюзивного налета для владельцев PS4 Inside Terminus. Но главное, на что мы обратим внимание сегодня, это оружие, которым пользовался игрок в этом видео. Это новый потрясающий экзотик, винтовка разведчика «Полярное копье». Что нам известно об этой винтовке уже сейчас? Ну, во-первых, она ставится в энергетический слот, на видео можно заметить знак элементального урона Solar. Экзотический перк этой винтовки работает так: после нанесения 4 прицельных выстрелов, 5-й вызовет мощный взрыв солнечной энергии. Промах, кстати, не собьет заряд, а вот если перезарядитесь, то нужно будет снова настреливать 4 выстрела в крит противника. Разумеется, такой перк применим исключительно в PvE, где вам часто приходится сталкиваться с сильными противниками, и череда выстрелов в крит с последующим взрывом может оказаться хорошей возможностью. И мне одному эта скаутка с таким перком напомнила экзотическую снайперку из первой части Zen Meteor. Ставь лайк, если тоже. Как я и сказал ранее, это не первый раз, когда мы видим эту винтовку. С нее, можно сказать, началось наше знакомство с Анной Брей в трейлере. Именно с этим оружием главный персонаж был представлен и на скриншотах из набора для прессы. Сейчас, конечно же, нас интересует другое. Как получить-то этот экзот? Это, разумеется, пока что тайна, но осмелюсь предположить, что беря в расчет то, что это оружие тесно связано с одним из персонажей сюжетной линии, то и получить эту пушку мы сможем только когда завершим прохождение сюжетных миссий. Может быть, ее вручит нам сама Анна, как это было в сюжете первой части, когда незнакомка Экза отдала нам свою пульсу. А может, по завершению кампании откроется квестовая линия на этот экзотик, как считаете? И да, если кому-то интересно полное видео с прохождением этого налета, ну, например, вы на ПК играете, для вас этот страйк такой же недосягаемый, как 4-й God of War. Ссылка на полное видео будет в описании. Ну а теперь сладенькое. Сидишь и смотришь на все эти новости, а сам так и не предзаказал дополнение? Жаба давит. Родители денег не дают на игры. Ну, сейчас Triple E исправит ситуацию. Объявляю розыгрыш нового дополнения «Военный разум». Каждый из вас может получить это крутейшее DLC в подарок. Для этого, как всегда, нужно быть подписанным на канал и оставить комментарий под этим видео. И в день релиза DLC я объявлю победителя. Дерзайте. А, и кстати, в моей группе ВКонтакте тоже проходит такой конкурс, так что 2 розыгрыша. Если ты сомневаешься в своей удаче, участвуй там и там, я против не буду. Ну и напоследок, не забывайте, что со стартом дополнения «Военный разум» на канале пройдет стрим прямо тут, на YouTube. Вместе с вами ворвемся на неизведанные холодные территории Марса и будем изучать все в самых тесных подробностях. Ну а на этом точно все. Подписывайтесь, участвуйте в конкурсе, выигрывайте, ставьте лайки, комментируйте, любите Destiny и пока!